28-й рижский марафон «Латтелеком» пройдет 19-20 мая 2018 года. Для участников, а это 33 тысячи бегунов из 70 стран, будут доступны 5 дистанций. Марафон 42 километра, полумарафон 21 километр, а также дистанции в 10 и 6 километров. Специально для детей предусмотрена дистанция 4 километра 200 метров. Этот год особенный для Латвии, год ее столетия. И марафон станет частью празднования. Музыка из народного фольклора, специальная медаль, юбилейные футболки и новые участки трассы сделают этот марафон особенным. Старт традиционного забега марафонцев, полумарафонцев и бегунов на 10,6 километров состоится в следующее воскресенье, 20 мая. Первыми в 8:30 утра стартуют марафонцы и участники полумарафона. А накануне 19 мая пройдет утренний забег с бомондом при участии марафонцев из Кении, Эфиопии, Ганы, Японии, Марокко и других стран. Затем с 10 часов утра набережная 11 ноября станет дистанцией для семейного забега на 4 километра 200 метров и пробежки малышей на 300 и 600 метров. Одновременно начнется детский день с развлечениями на набережной в течение всего дня. Все маршруты пройдут по самым красивым местам латвийской столицы. Регистрация участников на latpelekomrigasmarathons.lv до 19 мая включительно.